И снова здравствуйте, уважаемые родители. Хотелось бы напомнить вам, что вы можете обращаться к нам через почту доверия со своими вопросами, обращениями, пожеланиями. Ящик почты доверия стоит под стендом медиации, напротив кабинета заместителя заведующего по воспитательной работе. Конфиденциальность и отклик гарантированы. Каждый родитель когда-нибудь сталкивается с истерикой своего ребенка. Казалось бы, на ровном месте вдруг наше чадо начинает истерить. Мы не знаем, как себя вести, что делать, что говорить, как успокоиться и самим не впасть в истеричное состояние. Это может произойти не только дома, но и где-то на улице, в общественном месте. И тогда есть люди, которые смотрят с осуждением, кто-то проходит мимо, кто-то начинает давать умные советы, а кто-то стыдит ребенка и его маму. Так что же делать? А самое главное, уважаемые родители, успокоиться. Да-да, успокоить самого себя. Вы скажете, легко говорить. Да, легко, потому что мы предлагаем вам алгоритм действия, который состоит из нескольких шагов. Если эти шаги последовательно выполнять, то в голове складывается четкое понятие действий, что делать, как поступать, что говорить. И тогда вам можно будет успокоиться и успокоить вашего ребенка. Мы для вас подготовили обширный материал под названием «Истерики детей и их родителей», где подробно, пошагово описали алгоритм действий, когда с ребенком случается истерика, и что делать вам. Сначала вы выполняете первый шаг, потом второй, потом третий и так далее. Если вы будете последовательны, то эта методика отлично сработает. Если после прочтения материала в силу каких-то причин вам будет некомфортно напрямую к нам обращаться с вопросами, вы можете записать свой вопрос и опустить его в ящик почты доверия, о чем я говорила в начале своего выступления. Выемка корреспонденции производится по вторникам и четвергам. Только, пожалуйста, не забудьте написать ваш телефон для обратной связи. Обязательно мы с вами свяжемся. На этом мы прощаемся с вами. До встречи в следующем месяце.